Восьмая глава книги пророка Амоса. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему». Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: «Поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день и стаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию», они падут и уже не встанут.